Вот такое получилось подстолье в сером цвете. Эти вот морды закрывают гайки. Это вот тиковое масло, темный орех, и потом уже тоже тиковое масло, но вот с серым оттенком втирал. То есть два слоя. Такой вот эффект получился. Серое с рыжим. Потому что если сразу серый покрываешь лиственницу, такого эффекта не будет. То есть нужно, чтобы был до этого слой. Минимум сутки, чтобы он высох. Вот. Ну, теперь следующее видео уже в интерьере с подстольем, вернее, со столешницей.